Всем привет, в Монахине Broken Mask вышло обновление. Они даже в меню обратно вернули маски. Хотя недавно были кусочки. Давайте прям по пунктам смотреть. Выбираем призрак. Первый пункт обновления гласит, что в некоторых частях школы выросли какие-то странные цветы. Давайте-ка сходим их поищем. Но для начала нам нужно будет выбраться из своей комнаты. Ну-ка, что у нас вообще в комнате другого? С виду все то же самое. Но это прямо крупное обновление. Ах ты, стейрс, лестницы. Смотрите-ка, сразу обнову видим. Dining room, столовка. Теперь они все комнаты подписали. Так, предохранительный один очень быстро. Класс, так это удобно. Мы теперь знаем, куда идти. И, возможно, не потеряемся. Ну-ка, работает ли этот момент? Рычаг. Все работает. Монашка удивлена. Bridge to school. Мост в школу. Ее откинуло. Хотя игра-то на русском языке, но табличка на английском. Сегодня смотрим полностью все. Что это за странные цветы выросли? Причем в некоторых частях школы. Здесь ничего не вижу. Ну-ка. Смотри-ка, реально цветочки. Какие-то новые цветы. Похоже, будет миссия с цветами. Вот такой скрин сделать в Steam. Никто не поймет, что за игра. Кстати, можно было играть сразу с дополнением, чтобы летать-то везде. Кафедра в учебном классе теперь доступна для взаимодействия после побега на фургоне. Что за кафедра в учебном классе? Первый А, Science Class. Эта дверь будет разблокирована в будущем дополнении. Кафедра именно. Это туалеты. Видите, это учебный класс, кстати. Давайте посетим все учебные классы. Ну-ка ты. Дверь заперта, открывается с другой стороны. Вот как. Я же вам показывал, что туда могу попасть. Класс рисования. Шкаф заперт. Да, интересно. Сразу видно, что это обновление. Какая кафедра? Ах ты, вот глобус, что ли? Нет, не тот. А, вот он, смотрите. Глобус можно катать. И только тогда мы с вами правильно пройдем через отъезд на фургоне. Что-то он не очень хорошо катается. Как вам такой прикол? Ну вот, поехал. Но при монахине очень сложно будет убежать. Дверь заперта, открывается с другой стороны. А где тебя там открывать-то? Кафедра? В учебном классе. Ты что такое? Непонятно. Давайте метлу возьмем. Сегодня исследуем обновление. Получается, будем смотреть полностью все. Также параллельно давайте посмотрим. Часы в зале ожидания теперь доступны для взаимодействия после побега на фургоне. Я надеюсь, нам игра засчитала прохождение на фургоне. Страшная картина. Это у нас театр. А можно только лишь одну доску отстегнуть? Нет, коробка недоступна, а если нижнюю? Нет. Только средние две. Коробку с печеньем взяли. Что скажет монахиня, если я буду некрасиво играть на скрипке? Не нападает. Но и ничего не говорит. Четвертый А-класс. А где кафедра-то? Что за кафедра нам доступна? Ух ты, новая комната. Ничего себе. Добавили комнату без мебели. Какая-то кафедра. Может быть, в нашей комнате? Обошли. Шестой А. Waiting room. Комната ожидания. Вот часы, смотрите, наконец-то. I need a handle to open the clock. Мне нужна рукоятка. Вот это тоже интересно. Есть в игре какая-то рукоятка, с помощью которой можно открыть часы. Либо это только фраза. Обновление монахини 1.3. Эта дверь разблокирована будет в следующем дополнении.
Заброс. И только сейчас разбилось. Так, хорошо. Здесь мы тогда с вами спрыгиваем. А, еще цветы. Ничего себе, даже здесь растут. Может, какой-то из цветочков будет магическим? Так, ну-ка. Звук падения все-таки остался. Игра нам засчитала, что мы с вами прошли ее на фургоне. Иди. Ах ты. Конечно, с другой стороны. Вот цветы. Да, возможно, один из цветочков нужен нам. Эта дверь вообще без взаимодействия. Так, ну-ка. Фабрика мороженщика на месте. Вильям все так же нас боится. Дверь открывается с другой стороны. Ну-ка, лаундри. Permanently locked. Закрыто прям намертво написано. Так, давайте дальше смотреть. Мы сами кафедру никакую не нашли. В саду появились какие-то странные виноградные лозы. Что бы это могло быть? Может, мы по ним можем залезть? Так, давайте выходить тогда наверх. Виноградные лозы. И мы с вами попадем в сад, может быть. Ах ты, ну-ка. Подождите, так дверь-то открывается уже теперь? Дверь открывается в сад, есть. А курочка на месте? Курица не ходит. Кеплерианцы пообещали выпускать обновление каждую неделю. Тут мало того, не только виноградные лозы, а здесь вообще двери открываются. Но винограда я в саду не вижу. Похоже, не про этот сад шла речь. Что? I need a key from the bunker to open this door. Мне нужен ключ от бункера для открывания этой двери. Ах ты. Замок даже скинут. Мне нужен ключ из бункера. Возвращаемся тогда. Это что-то интересное. Обновление-то 1.3. Причем оно считается крупным обновлением. Так, а где спуск вниз? Вот. Теперь все подписано. Нам предлагают взять ключ от бункера. Это не сюда. Может быть, мы теперь и к свечам синим попадем? Замок-блокиратор. Да, возможно, нас пустят к бункеру. Таинственная комната. Эта область будет доступна в будущем обновлении. Хотя мы ее уже неоднократно видели. Потайная дверь откроется, когда зажгутся синие свечи. Нет. Что за бункерный ключ? Нам пока что в бункер попасть нельзя. У нас сегодня видео не посвящено прохождению с временным дополнением. Поэтому исследуем все сами. Смотрим следующие пункты. Похоже, некоторые свечи зажигаются после прохождения через фургон. Добавлены таблички с именами монахинь для каждой комнаты на первом этаже. С желтой дверью даже взаимодействовать теперь нельзя. Это поменяли. Что за кафедра-то доступна? Ты же не кафедра. Вентиляция. Запертые цветные двери теперь отключены до тех пор, пока вы не завершите прохождение на фургоне. Вы не можете сейчас заменить сестру Мэдлин в ловушку в районе бункера. В бункере были сделаны некоторые приготовления для того, чтобы интегрировать главы после их выхода. Эта дверь, конечно, будет закрыта, и она не считается садом. Вам нужен особый ключ. Возвращаемся за ломом. Также возьмем и тот ключ. Возвращаемся за ломом. Будем откидывать доски в секретном месте. Еще цветочек вижу. С каким-то можно провзаимодействовать, явно. Ах ты, нет. Пока не берутся.
Еще цветы, но мы их уже видели. Лом я оставил в театре. Ну, кстати, здесь же можно даже с часами взаимодействовать. Какой-то нужен рычаг для них. А в мобильной версии мы просто переводили время. И заряжали всевозможные камни лунные. Вот и лом есть. В игре есть еще несколько фишек интересных для дополнения, которые я вам еще не показал. Есть прям интересные места, которые я позже нашел. Так, выбрасываем. Надеюсь, больше лом не пригодится. Ах, нет места. Вот это, кстати, обман. Направляемся за ключом от калитки. Ключ от садовой двери. Вне этого места мы тоже с вами были. Да, цветы есть, но пока ни с одним из них нельзя взаимодействовать. Нельзя сорвать, или понюхать, или растоптать. Возвращаемся до калитки. Кстати, одна лампочка не горит, перегорела. Уильям, привет. Ах ты, углядел таки меня одним глазом. Вот там фабрика мороженщика. Кстати, для правильного прохождения нам нужно катить глобус до того места, где я бросал корзинку. Дверь открывается. Мы таки идем, и здесь, конечно, никуда не уйдем. Получается, глобус закатывается сюда. А если просто быстро пробежать? Ах ты. А вдруг получится? А если с приседанием? Прям выстрелю. Бам. Нет. Убегаем за глобусом. Что там было? Смотрите, яркий свет из окон. Что? Так он даже от краски идет. Настолько яркий свет. Но что за кафедра нам теперь доступна в учебном классе? Вот еще цветы. Это место вообще редкое. Еле заметное. Вот и глобус, все. Сейчас его будем толкать. Давайте посмотрим, может здесь ключ оставлен? Вот ты где, вот ты где. Nothing happens, поняли прикол? Book lectern. Книжная кафедра. То есть сюда ставится просто книга. Ну, конечно, эта книга будет не простая, а золотая. Нам нужна Библия. А где в игре есть Библия? У них, скорее всего, каждая книжка Библия. Ах ты, тебя катить сидя, что ли? Ну, это задание, конечно, странное с глобусом. Он не катится так, как нам это нужно. Да, давайте еще Библию найдем. Это какой класс был? Третий А-класс. Нахин, толкай, молодец. Молодец, молодец, молодец. Очень нужно. Но мы же с вами проходили даже с корзинкой и желтой табличкой. И тоже все отлично получалось. Так, не пинаться. Молодец. Давай, жди, жди, жди пока что. Жди, жди, жди. Нет, не пинай. Она может просто обратно запнуть. Кстати, а можно его наверх закатить? Ты катишься по лесенкам? Катится, катится, катится. Давай, 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 давай. Чудо, чудо, смотрите. Неужто я сокращу время? Он, конечно, здесь может съехать вниз. По крайней мере, никто так сложно, наверное, не делает. Есть, выпал. Ура, это получилось сегодня на видео. Толкаем глобус в нужное место. Да, так что там было? Вы видели? Текстура земли как будто была на глобусе. Точно. Вот бак. Грязный глобус, фоткаем. Это прям глотобус получается. Грязный глобус, можно так и назвать. По нему прям вся грязь прошла. Но это же бак явно.
Его зацепляет асфальт. Вот так разработчики хотели, чтобы мы проходили. Но это же намного дольше, чем нужно. Конечно, еще монахи не может подопнуть. А, здесь просто место уже, поэтому нам легче, видите? И они что советуют? Нам наверх его закатить? Скорее всего, да. А, вот как, понятно. И по земле проходим, хорошо. Вот таким сложным образом можно получить достижение... Прохождение игры на крыше фургона. Хорошо, теперь давайте посмотрим, есть ли какая-то книга, похожая на Библию. И куда ведет теперь эта дверь? Может быть, можно открыться уже? Все еще нет. Почему монахиня молится без Библии в руках? Сестра Мэдлин потерял сознание. Вот, наверное. Взять, смотрите. Толстенная книга. Больше никаких Библий нет. Я что-то не заметил имена монахинь над дверями. На первом этаже. Давайте смотреть. Похоже, реально это будет. Не видно. Вот чья это комната? Что? Ключик какой-нибудь, может быть, внутри фигурки? Ничего не оказалось. Что здесь было? Просто дверь. Да, возможно, ключи находятся внутри фарфоровых фигурок. Не видно. Просто табличка. Еще фигурка. И внутри фигурки должен быть ключ обязательно. Больше им негде быть. Все разломано. Еще фигурка. What? Пусто. Ну неужто в моей комнате? Ты кто? Вот табличка есть, а никого нет. Еще табличка есть, а также не написано, сестра Филиппа или нет. Вот фигурка. Там тоже пусто. Что это такое? Красивые иконы. Прям как целый журнал. Что нам сейчас скажет Уильям? Снаружи менее опасно, однако сестра Мэдлин может заметить вас издалека. А, вот, сестра Клэр. Наконец-то. Вот еще фигурка. И внутри пусто. На кровати тоже ничего нет. Где же нам тогда искать ключи-то? Вышли в соседнюю комнату. Непонятно, кто там. Все хорошо, возвращаемся с Библией и поставим ее на кафедру. А, вот что ли виноград? Подождите, это же есть виноград. Наверняка. Мы можем залезть наверх? Или это не виноград? Но это даже не сад, это получается вообще скотный двор. Здесь монахиня выращивает куриц. Вот еще цветы. Самое темное место игры. Нашли. Фигурка, смотрите-ка, есть. What? Что? Фигурку нашли, монахинь, есть. Кто знал про нее? Это ж чудо, ну-ка. Вот пасхалка, смотрите, настоящая. То есть я могу сфоткать монашку у двери? Вот так? Смотрите. Раз. Как будто бы это настоящая монахиня. Да, такого кадра в принципе быть не могло. Нет, монахиня никогда не в фокусе. Либо лицо, либо тело. А если мы ее разобьем, что будет? Или она не бьется? Не думай, что я этого не слышала. О, спасибо. Ничего себе такую фигурку найти. А здесь никто никогда не бывает, это понятно. Взять. И молодцы же кипларианцы.
Также и Карлос Коронадо. Наверх залезть нельзя. Сколько еще таких пасхалок будет? Класс был 3А. Это класс почты как раз таки. Представим, что это Библия. Кстати, книга была близко. Ничего не происходит. На. Понятно. Прям безнадега. Вот книжка. Есть, поставилась. Где что? Something unlocked near my feet. Может быть, что-то открылось, сказали. И реально мы с вами книгу нашли. Ой. Монахиня молодец. Вот это, кстати, классный, да, кадр? Монашка моет пол, как будто бы. Йоу, она что-то поняла. Это, возможно, потому что я Библию снова поднял. Она теперь ползать вечно будет, смотрите. Да класс. Но что же открылось-то? Нет ли дверь? Нет, конечно же. Дверь открывается с другой стороны. То есть мы должны попасть в самый низ. Вот такой баг произошел. Вот просто повода у монахини нет. Здесь так ползать. Скорее всего, он в самой библиотеке. Ведь мы когда в мобильной версии игры ставили Библию, то открывался ход также недалеко от этой Библии. Но подсказок-то нет. Nothing happens, ничего не произошло. Может здесь? Ах ты, есть. Огроменная мышеловка. Динамит? Что? Нет места, чтобы бросить. Но поджигать, да, похоже, нечем. Огромная мышеловка. А смотрите-ка, место-то очень темное. Можно не заметить. Попробуем бросить динамит на костер. У нас сегодня просто мега видео. И это обновление 1.3. Так, где у нас горят свечи? Только у нас и все? Ах ты, в будущем дополнении. Нам реально теперь нужно использовать дополнение снова. Специальное. Обеденная зона. Меня сейчас, наверное, убьет. Не взрывается, интересно. И мы сами не взорвались. Динамит просто горит, как мистер Мит. Это пока что лишь только пасхалка. Он не загорается. Да, интересно бы сфоткать динамит, летящий к свече. Ну-ка, 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 ну-ка. Фитиль прям в огне есть. Попался. Вот, добавляем эффекта 3D. Динамит нам доказывает, что он не горит, потому что мы его бросали даже на костер. Хорошо, динамит уже у нас есть. Ах ты, успел улететь. Динамит летит к Уильяму. Заброс. Монашке. Ничего не говорит. Мы также сегодня еще и часы не открыли, но зато нашли монахиню. Ключ от главной двери. В саму печную трубу тоже можно залезть. Цветы растут даже на крыше, на синей. Синяя крыша, синие цветы. Это чисто Steam. Сегодня, похоже, найдем все места расположения цветов. И также они не берутся. Вам нужно получить бункерный ключ. Вам нужно получить в бункере, чтобы открыть данную дверь. Понятно теперь. Просто должен быть рабочим бункер для начала. Побежали проходить игру. На этом мы видео и закончим. Кстати, чтобы попасть быстрее к двери, нужно пройти через театр. Прям насквозь. Кубик Рубика. И проходим. Монашка? Ее нет.
Кстати, можно же как-то обойти эту сцену. Допустим, справа. Прикол. Здесь, допустим, что-то поставить. Какую-нибудь корзинку монахини и все. И мы сами оббежим на это место. Ах ты, зацепило. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня посмотрели обновление монахини Broken Mask 1.3. С вами был Топси. Всем пока.